Межпредметное обучение с успехом практикуется в школе номер 28. Метод используется для того, чтобы изучить материал одновременно с точки зрения разных школьных предметов. К тому же в процессе формируется функциональная грамотность. Встает большая необходимость в том, чтобы использовать не просто урок, а комбинированные, интегрированные уроки, совмещающие в себя знания всех предметов. Функциональная грамотность – способность применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Ее смысл в метапредметности, в осознанном выходе за границы конкретного предмета, а точнее синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной задачи. Школа номер 28 является региональной площадкой по функциональной грамотности. Так, своими методиками и наработками педагоги поделились с коллегами городского округа из других муниципалитетов на семинаре, который состоялся в учреждении. К нам приехали из Раменска, из Фрязино. Делимся работой, своим опытом. Хотелось бы еще сказать, что у нас коллектив маленький, мы являемся сельской школой, но при этом работает профессиональный педагогический коллектив, и также у нас очень талантливые дети. Это доказано на деле. Сельская школа в год педагога и наставника вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений Московской области. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.